Молодежный клуб современного танца «Орион» вернулся с хореографического конкурса с целой коллекцией наград. Все 5 танцевальных номеров, которые «Орион» подготовил к 3-му международному фестивалю-конкурсу хореографического искусства «Звезды Республики-2017», были отмечены грамотами. 2 третьих места, 1 второе и 2 первых. Результат более чем успешный. Ну и это еще не все. Супер-гран-при конкурса в итоге также оказался в копилке наград «Созвездия», составленного из звездочек «Харциска» и «Зугреса». Молодежный клуб современного танца «Орион» любит участвовать в хореографических конкурсах, любит азарт здоровой творческой конкуренции. Но к фестивалю-конкурсу «Звезды республики» коллектив до сих пор только присматривался. Пришло приглашение от организатора турнира, фестиваля, конкурса, и мы посоветовались с коллективом, мы решили поучаствовать, посмотреть, потому что всегда интересно, на конкуренцию, которая будет. Коллективов было очень много разных, и это радует, потому что фактор конкурентности для нас очень важен, когда есть с кем посоревноваться, и даже если ты проигрываешь, то ты понимаешь, что нужно еще больше работать. Выигрываешь, значит, вкус победы еще слаще. И сладкий вкус победы наши танцоры ощутили сполна. Без наград звездочки «Ориона» не остались. Мы возили и массовый номер, это в номинации «Современный танец», где участвовали дети от 5 лет до 23. Вот. И мы возили номера, которые меньше по численности людей. И один был такой сюрприз номер, там, где танцевали мамы наших танцоров. Как ни парадоксально, но именно танцующие мамы и завоевали супер-гран-при фестиваля-конкурса. Номер, который задумывался, что называется, для своих, как сюрприз для детей на отчетном концерте, в Донецке завоевал и симпатии зала, и благосклонность жюри. Я родителям предложила вот такую вот авантюру, что должно быть абсолютно секретно для детей. Родители согласились, 20 человек мамочек, которые работают. Мы собирались вечером на тренировке втайне от детей, они тайно ходили якобы на фитнес. И вот в июне на отчетном концерте мы сделали такой подарок детям. Перед ответственным выступлением волновались и танцующие мамы, и их танцующие дети. Переживали все, не по-детски. И вот, наверное, удивило то, что мамы могут танцевать и хип-хоп, и джаз-фанк, и делать это не хуже детей. Это было весело, это было позитивно. Ну, зажегся весь зал. Мамы заняли 1-е место в своей категории, а потом, когда объявляли результаты на супер-гран-при фестиваля, мы не надеялись, думали, что вот, ну, на 1-м месте остановимся. Но прозвучал наш коллектив и номер «Топ-мам», это название танцевальной композиции «Мам», мы были в шоке. Мамы прыгали, радовались, дети бежали их обнимать. Впереди у «Ориона» подготовка к новым хореографическим конкурсам. 22 октября коллектив планирует выступить на Луганской сцене. И то, что танцующие мамы будут подавать заявку на участие, уже не вызывает никаких сомнений.